Сергей Воробьев вырос в педагогической семье. Семейные профессиональные традиции продолжать не планировал и хотел дальше заниматься лыжными гонками. Но хорошо взвесив все за и против, решил все-таки стать учителем. Теперь Сергей Владимирович руководит кафедрой физической культуры и делится методическими наработками не только с коллегами по гимназии, но и с членами жюри конкурса «Учитель года». Я рассказывал о том, как я пришел в гимназию, что было сделано, проделано. Ведь я являюсь не только учителем, но и руководителем методического объединения кафедры здоровья и сбережения. Вот. И, по сути, ту работу, которая в гимназии ведется с точки зрения спорта и физической культуры, в общем-то, она вся проходила на моих глазах при непосредственном участии. В конкурсе профессионального мастерства «Учитель года», который стартовал в Одинцовском районе, принимают участие 23 педагога из образовательных учреждений муниципалитета. Для того, чтобы вступить в борьбу за звание лучшего, достаточно было одного лишь желание. Правда, конкурсанты признаются, этого мало. Без поддержки коллег не обойтись. Я долго думал над этим вопросом. И самое важное, мне мои коллеги подсказали, что ты готов, ты должен участвовать. И я решился принять участие в данном конкурсе. Работа учителя, да, она выходит здесь на первый план. Его индивидуальные качества, его профессиональное мастерство. Но самое главное, за каждым из учителей стоит весь коллектив, вся школа. И каждый педагог понимает это, потому что участие в конкурсе подразумевает работу сплоченной команды. Первый этап педагогического конкурса назывался «Методическое объединение». На нем конкурсанты делились своими профессиональными наработками с членами жюри, коллегами, большинство из которых в прошлом также боролись за звание лучшего учителя Одинцовского района. Можно выдохнуть, уже спокойнее. Уже увидела, как все происходит, членов жюри, на них посмотрела. И уже легче, вот осталось урок теперь дать и подождать. Пройду, не пройду. Конкурс «Учитель года» в Одинцовском районе только стартовал. Впереди его участников ждет много испытаний. Но для большинства победа не самое главное. Важнее обмен профессиональными премудростями, которые в дальнейшем приведут к карьерному росту. По статистике Управления образования, финалисты этого состязания буквально через 2-3 года переходят на руководящие должности. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».